Отдел ЗАГС города Апатиты переезжает. С 5 ноября прием граждан специалисты временно будут вести в библиотеке на улице Пушкина. Мера вынужденная и связана с ремонтом в помещении. Сейчас мы начинаем наш первый этап, очень большой и сложный. Это устройство вентиляции. Ее в ЗАГСе не было никогда, и это самый главный первый шаг. Дальше еще будет несколько видов работ. Пока о сроках мы не будем говорить, несколько месяцев. Прием граждан будет вестись, как и прежде, по предварительной записи. По телефону 626-54 каждую неделю во вторник с 14 до 15 часов. Актуальное расписание размещено на сайте администрации города Апатиты. Как рассказали народному телевидению, уже 6 ноября в библиотеке на улице Пушкина сотрудники отдела ЗАГС проведут первую церемонию бракосочетания в торжественной обстановке и в новом интерьере.